Так, ребятки, всем привет, добро пожаловать на канал Play It Home. И мы с вами сегодня посмотрим на новую выживалку, которая называется Project Castaway. Проект кораблекрушения. В общем, в принципе, классическая выживалка. Как всегда, что-то должно с вами произойти, и оно с вами произойдет. Как раз это самое кораблекрушение, и будем выживать на островах. Что если игра представляет уже плотненько, мы с вами сейчас вместе заодно и разберемся. Желаю всем и каждому приятного просмотра. Давненько с вами не виделись, по всем вам скучал. Надеюсь, вы тоже. Так что сразу поехали в наш с вами любимый жанр. Так, плей. Да, значит, что у нас там есть? У нас есть, сразу же режим хардкора. У нас есть режим survival и челлендж. Нет, давайте все-таки выберем, наверное... Сурвайер, дождались. Дождались мы вместе друг друга, это факт. Так, поехали, да, сюда. На превью не то. Так, сейчас изменим превью, секундочку. Изменить. Так, рабочий стол. Вот так вот сохранить. Сейчас должно быть то. Секундочку. Вот сюда, сюда. Так, что, мы тонем? Мы прям тонем. Так, что у нас тут с вами есть? У нас тут с вами... Ох, ё-моё, а что-то далеко островато. Вообще-то тут доплывем. А еще, слушайте, скорее всего, в левом нижнем углу вам нифига не видны параметры. Еда, вода, все остальное. Надо мне сейчас будет камеру откорректировать. Себя слегка сдвинуть. Но это... Сначала надо доплыть. Слушайте, какой-то визуально напоминает сразу Stranger Deep. Я не знаю почему. Походу, все игры такого плана сразу напоминают именно его. Привет, Серега. Ну чё, командировка сколько пропустил? Наверстаю. Я тоже только оттуда. Спасибо тебе за поддержку. Постараюсь и наверстать, и по играм, и по стримам, и по видосам, и все остальное. Но сейчас немножко стримов начнем, потом попозже видос сразу потянутся. Не, блин, мы вообще доплывем. Кстати, что касается разработок. Тём, еще раз огромное спасибо, да. Они сказали, что здесь у нас огромное количество островов. Все острова уникальные. Каждый имеет свою какую-то особенность в плане живности. И что самое важное, соответственно, они никак нигде не повторяются. Поэтому нам потребуется с вами очень много... Блуждать, ходить и путешествовать. Так, мне надо кое-что сенсу поменять. Во, вот так вот намного лучше. Так, собственно говоря, мы с вами... Ага, мы были на самолете. Самолет у нас там. Видно уже отсюда плавничок. То есть здесь у нас есть акулы. Так, сейчас самое важное, мне надо себя подвинуть малость. Камера. Камеру мне надо себя двинуть вот сюда, наверное. Как-нибудь так я себя сделаю, да? Так, готово, готово, готово. Так, что нам надо с вами сделать? Давайте смотреть по кнопкам, что у нас вообще в принципе есть. У нас с вами есть рюкзак. Куча слотов, кстати, сразу вспоминается почему-то за Forest. И такие же у нас с вами слоты и разделения. Дальше, на И у нас есть что-нибудь? Нет, нифига. На это тоже нет. На С присесть, на Б билда. Так, у нас есть в одном настроить костер, требуются палочки. У нас есть большой костер, у нас есть факел. Страницы не листают. А, может здесь, кстати, листаются. А, это надо находить, я понял. Так, дальше у нас идет укрытие, чертежи, у нас есть молоток, у нас есть топор, у нас есть оружие, у нас есть стрелы. Так, у нас есть медицина, бинты, повязки, бандажи разнообразные. У нас есть изготовление, то есть можно будет построить плот, причем разнообразный, но... А, здесь, видите, требуется дерево, металл и... В общем, понятно, в общем, нужны разнообразные компоненты. Так, дальше это у нас парус, это у нас верстаки. О, water collector, нам это, наверное, потребуется в первую очередь, потому что добыча воды для нас, как в любых выживалках, естественно, играет ключевую роль. Ну и, в принципе, наверное, все, мы предоставлены сами себе. Давай-то потихоньку выживать. Значит, с чего, наверное, начнем? Давай, наверное, начнем с укрытия. Значит, нам требуется для этого что? Нам для этого требуется... да, вот фиг на это. Ну давай, наверное, попробуем поставить укрытие, действительно, полноценно. Ух, нифига себе, оно большое. А мы будем выживать на этом острове? Ну, наверное, начнем с него, да? Хотя, наверное, как мы с вами сделаем. Давайте просто пробежимся, посмотрим, что он на себя, в принципе, представляет. А потом уже будем собирать остальное, правильно? Ребята, вы мне скажите, как по звуку. Надеюсь, все нормально, а то я тут уже давно все эти настройки не крутил, не вертел. Надеюсь, все окей. Русского нет. Слушай, его пока нет, но я думаю, будет. Будет. О! Там и корабль у нас есть. Надо будет его посетить. Палочки, иточки. Звук хорош. Ну, отлично. Дядя Сереж, ферма будет пока... А, звездная? Ну, надо, да. Я думал, ты про фарм-симулятор. Камушки бросить, смеш, разбить. Забрали. Ну-ка, они у нас вообще вес какой-то имеют или нет? Скорее всего, пока на данный момент это никакого веса не имеет.
Мистер Кэт, Серега, привет, удачного стрима. Чату привет, только включил стрим, а Серега уже тонет. Нормально. Мистер Кэт, это тот, который из Дискорда? Обнял тебя, дорогой. Спасибо тебе большое за поддержку. Опа, крабики. То есть едой у нас здесь проблем, походу, не будет. Кстати, мы не тонем, мистер Кэт. Мы уже все, мы уже здесь. Мы уже на суше. Ну, давай, наверное, вот в этом небольшом уголочке мы с вами будем как-то пытаться выживать. Так, тогда открываем нашу книгу волшебную. Поставим тебя вот сюда. Так, дальше. Нам потребуется кровать. А, здесь веревки нужны, а веревки у нас не указаны. Да, надо будет, наверное, изготавливать верстаки, скорее всего. Здесь мы сделаем себе лежак. Так, дальше что нам требуется еще? Нам требуется срочно сюда поставить что-то для приготовления пищи. Требуются камни и small stick, то есть маленькие ветки потребуются. Уже начали переживать 2 недели, очень долго, с возвращением хорошего стрима, Алекса. Я предупреждал, целый месяц предупреждал, что меня не будет в течение от 3 до 2 недель. Ну, видишь, вот так вот получилось. Не надо было переживать, но в любом случае за волнение спасибо. Я здесь, я с ваших радаров не пропал. Это мы поставили. Так, дальше давай, наверное, сразу накидаем макеты. Нам нужен топор. Нам надо понять, как веревки делаются. Так, а что там у нас для верстака требуется? Бревно. Интересно, девки пляшут, слушайте. А для того, чтобы рубить, нам потребуется все равно веревка. То есть надо как-то научиться ее изготавливать. Ладно, сейчас разберемся, где наша не пропадала. Так, единственное, что сейчас мы поставим сразу же. Где-то штука была, вот она, да? Ватер-коллектор где-нибудь, наверное, здесь установим, сбоку. Тортила Shell. То есть нам потребуется панцирь черепахи. Угу. Так, веточек у нас немного. Камни. А, подожди, стоп. Это не маленькие камушки, это какой-то здоровый валун нужен. Понял. Так, по еде, воде у нас вроде как нормально. Желудок, сердце, температура. Вроде все норм. Так, а что у нас там еще по оружейке идет? У нас вот. Это копье у нас получается. Требуется 5 стиков. Нам нужны палочки. Нужны палочки и камушки. Ну, в общем, все по классике, да. Забрали камушек себе. Сейчас будем выживать здесь с вами по полной программе. Надеюсь на... О, слушай, там какая-то вышка. На, сперва сделаем какие-то основы для того, чтобы мы могли вообще, в принципе, здесь находиться. А после этого займемся уже нашими такими небольшими экспедициями на соседние острова. Единственное, такое я не очень понял. А он может больше брать камней в руки, нет? А, он может брать больше камней. Ну, это тогда 3 камня. Это тогда намного удобнее будет. Наконец-то пропал, я переживал. Все хорошо, Жень. Саня, Балтимор, здорово, дорогой. Сейчас мы закинем вас вот сюда. Еще 2 где-то валуна надо намутить. Сделаем себе копье. И вот эти крабики, походу, будут у нас идти первыми на обед. Вот так вот. Это камень? Нет, какие-то... Слушай, ну теоретически, раз все-таки тема с островами, то, скорее всего, здесь надо будет искать каких-нибудь морских гадов, какая-нибудь рыбалка. Кстати, а где что у нас вообще под водой? Ну, слушай, под водой мир не пустой, это радует. Ну-ка. Что мы получили? А что-то мы получили. Так, это у нас морские водоросли всякие, да? Так, а ну-ка... Нет, здесь у нас пусто. Нам надо еще немножко материалов срубить где-то. Вон есть валун и палочка. Сколько у нас камней осталось? 2 штуки, по-моему, да? Это что, мандарины? Не, это вообще, это какой-то цветок. Это ерунда, нам это пока не подходит. Слушай, сколько здесь крабов? Я надеюсь, они никогда не закончатся, потому что... На крабовом мясе сидеть, это прямо круто. На наверстание, Адаман, спасибо тебе большое за поддержку. Сейчас все наверстаем, это не проблема. Вопрос времени. Так, и что мне не... Во, добавили. Так, значит, у нас для приготовления... А, то есть мы сможем еще в дальнейшем подготовить туда палочки. Да, но мне нужно копье. Сколько у нас суммарно палок в инвентаре? Они отображаются, да, сколько? Ну, я надеюсь, 5 штук-то в любом случае есть. Все, у нас есть копье. Где наш первый крабик? Вот он. Малой, прости, но еда дело такое. Нифига его отбросила. Такой просто кусок стейк. Ладно, хорошо. Мне надо сейчас провести эксперимент всего и вся. Так, значит, надо зажечь себя, да?
Оу. Да нифига себе клавиатура, ты меня, родненькая, прости. Сейчас мы все сделаем. Есть. Я добыл огонь. Все, ребята, мы живем. Кстати, смотрите, мы пару раз ударили по крабику. Получается, процентовка сразу же упала у нашего копья до 95. Да, недолго музыка играла. Я думаю, такими темпами это будет очень долго. Смута будет? Ой, нет, не будет смута. Вообще не моя история. Я Сереж, хорошего стрима, всех благ. Обнял тебя, Дим, спасибо тебе большое за поддержку. Ну, мы с тобой так слышались и сегодня, и так далее. Спасибо тебе, друг. Так, мясо у нас есть. Мясо у нас готовое. Так, надо теперь его скушать. Нями-нями. И у нас, смотрите, поднимается примерно... Ровно половина. Добра тебе, твоим родным и близким. Дядя Сереж, ты тут уже скучали по тебе. Игра под коп. Тем, дорогой, огромное спасибо за поддержку. Нет, она only solo. Я думаю, наверное, в принципе, пока норма. Дальше посмотрим, может, разработчики когда-нибудь добавят. Пока фиг его знает. Пока чисто на одного. Однажды человек передает себе нихао, Mayfly. Леха, Mayfly. Mayfly будет, но ты же все знаешь прекрасно. Дорогой, тебе спасибо за поддержку. Семье привет. Mayfly будет обязательно, но только на релизе. Второй, точнее, третий за БТ мы пропускаем. Ну, его нафиг. Так, наверное, что мы сделаем? Забираем тебя. Сразу на маленькие камушки. Раздербанькаем, правильно? Так, что касается воды. Вес, я так полагаю, у нас с вами здесь такового нет. Тогда будем пробовать есть кокосы. Сколько у нас они восстанавливают? Я вот нифига не вижу эту полосочку, но, по-моему, она нас восстановила... Один кокос у нас, получается, восстанавливает где-то четверть. Четверть общего радиуса, да? Угу. Понял, принял. Так, нам, значит, надо сделать что-нибудь еще. На меч хватает? Хватает. По слотам, как у нас это разбито? Давайте посмотрим. На двоечку. О, птичка. А, не, ну это долго, да. Пока мы будем целиться, они уже улетят. Тебя можно срубить? Тебя можно срубить. Слушай, очень быстро портится инструмент. Прямо очень быстро. Так, забираем тогда вас. Я вот думаю, что? Сделаем койку, наверное, без укрытия самого, да? И прогуляемся по большому острову. Потому что я смотрю, здесь дебри еще те. Видно, плотность самих деревьев очень большая. Это значит, нам придется здесь попутешествовать. Ну, а если повезет... Кстати, вообще, как вариант, мы можем, знаете, что сделать? Сигануть на тот остров и посмотреть. Здесь вроде плыть недалеко. Но главное, чтобы не было акулы. Так, а куда мне тебя надо поставить-то? Я не понял. Я не очень понял, что я сейчас здесь строю. А, здесь прямо отдельно надо было подойти. Так, привет, как вас давно не было? По стримам уже соскучились по вашим и вашим прохождениям. Хорошего стрима и небольшая монетка на развитие. Спасибо, что вы есть, Владимир, 24 годика. Добрыня Владимир, огромное спасибо за теплые слова, за поддержку. Ну, я всегда так, на канале ничего в этом плане нового нет. Я то здесь, то там, я появляюсь и пропадаю. По щелчку все очень быстро и просто. Но в любом случае, я всегда на связи. Особенно в Дискорде. Серега, подергай еще свой прутик у костра. Леха, остановись. Пошляк. Сергей Александрович, мое почтение, это тебе на завтра. Александр Сергеевич, спасибо большое, дорогой. Хорошо, понял, принял. Но завтра ничего не будет. Вот. Так, мне надо добавить... А почему не добавляется, интересно? Ну-ка. Палм. Так это одни и те же материалы. Может, потому что он как-то мешает? Давайте на как сделаем. Мы сначала поставим вот эту фиговину, правильно? Вот. А потом вокруг нее сделаем шатер. Что-то я смотрю из-за того, что все-таки альфовые версии, но они такие, одни нас балуют. А, игра похожа на Stranger тип. Согласен, да. И, кстати, буквально об этом я сказал в начале стрима. Да все выживалки так или иначе похожи, потому что, ну, основа взята, ну, именно схожестью на Stranger Deep, рюкзаки и механики схожи с Форестом. Здесь такую любую игру можно подтянуть. Как говорит мой очень близкий друг, писю к носу очень, очень легко и быстро. Да, друг в чате?
Значит, что нам надо? Нам надо вернуться вот сюда, и нам нужен шатер. Вот сюда мы его сейчас пиндюрим. Все. Чеки по амбоне. Тепло, хорошо, уютно и здорово. А, так, а что за стример? Магнитики привез из стая. Так это Балтимор ездил. Костян, тебе спасибо за поддержку. А ты ему пиши. Как он съездил, все узнаешь. Кость, спасибо, дорогой. Ну ты предатель, бросил меня. Ушел once human. На доту забил. Да, осадочек останется в любом случае. Ну ты понял. А можно пальму за кокосом залезть? Я не знаю, сейчас попробуем. Сейчас мне главное домик себе сделать хоть какой-то. Не, даже не себе, а нам. Чтобы мы могли с вами здесь как-то хоть вечера коротать. Единственная такая проблема в том, что как мне вот взять... Не, это без вариантов. Там у нас какие написаны палки? У нас палки large, то есть большие. По логике вещей, если опять же такие... Там уже Stranger Deep, то там были не были такие вот невысокие деревья. Ну-ка... Слушай, они рубятся, да, они рубятся. И, походу, вот те самые бревна, которые нам нужны. Шикардосно. Да, делаем сейчас себе кибиточку и сваливаем. Мишаня, здорово. Джон Боржоми, в смысле. Привет, Серега, привет, час возвращения. Мы уже соскучились и успели по видосам и стримам твоим. Да я тоже, по-моему, соскучился. Но дела такие дела, ты же понимаешь сам. Спасибо, родной. Так, это мы сделали. Что у нас там по еде, воде? У нас пока все хорошо. Единственное, меня вот мозги напрягают. Не могу понять, это как в Гринхелле. То есть, скорее всего, как-то будет на разум влиять. Надо посмотреть. Ножик 58%. Ну, ножи, ладно, это ерунда. Достаточно быстро делаются. Камень всего лишь требуется и одна палочка. И это мы сделаем очень-очень быстро. А здесь, кстати, требуется вообще что-то непонятное. Веревки. Ну это, скорее всего, какие-то фрукты там, наверное, что-то еще. Сколько там надо еще веток? Так, еще одна нужна. Еще одна веточка нужна. Ой, точнее, лист и палки пойдут в ход. Но здесь у нас листов больше нет, поэтому туда забираем дерево. Пчела, привет. А где еще одна палка? Не понял. Походу, нас разводят, да? Ну ладно. Тогда одну. Хотя, стоп, слушай, давай проверим. Как дропнуть тебя? Что, алоэ какой-то? Как оно долго собирается? Оно крепче, чем дерево, вы только посмотрите. А это алоэ, да. О, три штуки можно брать. То есть все по три, да? Она рядом лежит, слушай, я чуть не заметил. Там была какая-то палочка, но ее нельзя было подобрать. Сколько там осталось? 5 штук еще осталось. Ну, то есть, еще 2 дерева срубим, и нормально. Я думаю, может, нам еще быстренько успеть про запас сразу себе сделать ножик дополнительный. Вот это, да? Ну-ка. Куда у нас он добавляется? Он у нас по логике вещей должен быть в каком-то слоте. А, вот он, на цифру 3 встал. Все, отлично. Так, кто-то у нас еще тут видит. Одно маленькое деревце. Так, это большие деревья. Вон они. Как раз таки два рядышком находятся. И надо будет немножечко еще заняться охотой на крабиков, потому что мясо у нас было кусочек только один. Кокос добавляет очень мало энергии. Ну прям очень мало. А, слушай, он 4 взял бревна. Вообще шикарно. Но зато скорость бега стала намного меньше. Очередной Stranger Deep. Ну, возможно, да. Как и все выживалки, как я сказал ранее, все они чем-то друг на друга похожи. Да, нужна еще одна. Интересно, вот это такое сожженное дерево или сухое дерево. Его можно сейчас будет как-то срубить. Блин, нифига себе, с него кровь брызжет, жесть. Стоять, пацан, все. Забрали стейк раз, а второй куда побежал? Не уйдешь, извини. Есть-то хочется, поэтому ничего личного, друг. О, кокосик был. И надо будет еще посмотреть, как у нас здесь будет выглядеть, в принципе, боевка с акулой. Потому что плавники мы сами видели. Да и понятно, что, да, раз у нас вокруг... О, а что такое?
Раз вокруг такая у нас водная локация, то явно что-то с ними там можно будет сделать. Так, а ты у нас не разбиваешься, да? Требуется ключ. Зато, смотри, листы железа тут есть. Это уже третий лист, который я видел. Два находятся с той стороны острова. Так, где у нас еще это одно деревце-то было? Мясо мы срубили, а дерево... Дерево. А это что такое? Ну-ка, давай проверим. А, ну не собирается. Так, это большое. Серьезно? Что, у нас больше нет маленьких деревьев здесь? Так, хорошо. Не проблема. Тогда пойдем на соседний. Точнее, на этот же остров, но на соседнюю территорию. А, на самолете или пароходе? Слушай, ну вот там корабль вдалеке есть. Тут какие-то у нас прибитые, разбитые лодки. Дальше у нас виднеется кусок самолета. Ну то есть на чем-то одном мы разбились. Это 100%. А, вот они есть. Ну все, шикарно. Доделываем нашу кибитку и все, идем путешествовать. Только вот единственный вариант — попробовать проплыть, либо плот построить. Наверное, может, все-таки имеет смысл попробовать, ну так, распидранить типа вперед. Но здесь чревато то, что мы можем остаться без ног. А, без тебя душа болела, ты пришел и все прошло. Ром, ну, приятно, конечно, но не надо так болеть. Все ок, мы рядышком. А, подожди, стоп. Еще один лист нужен, зараза. Давай пока по просьбам трудящихся немножечко здесь приготовим что-нибудь. Леха, надеюсь, ты здесь. Мы теребим палочки. Так, есть такое. Нам нужно пожарить два куска. Первый сюда у нас идет. Слушай, кстати, процент и скорость готовки, она очень быстрая. Тут, по-моему, даже нет смысла никуда отходить от костра. Отлично. Окей. Да, слушай, прямо очень быстро готовится. Ну, с другой стороны, тоже хорошо. Не надо будет тратить очень много времени здесь на то, чтобы стоять. Слушай, а потушить как-то можно его или нет? Нет. Но здесь указано время, оно очень блеклое, да. Но написано, что хватает этого количества палочек на 6 часов и 1 минуту. Ну, посмотрим, как быстро здесь 6 часов пройдет. Так, нам нужен еще один куст для того, чтобы доделать нашу хижину. И все. И приключения нас ждут. Кстати, что касается крафта, ну, он очень знакомый, очень понятный. Единственное, что не так его много здесь, да? То есть нет такого большого изысканного обилия, как мы с вами уже привыкли во многих выживалках видеть. Здесь такое ощущение, что пару страниц, и все готово. Но, с другой стороны, тоже можно понять, игра все-таки еще находится в разработке, но тем не менее. Вуаля, и дом готов. Но на тебя мне не хватает, потому что у нас в любом случае нет черепахи, но ее надо будет найти. Так, это у нас... А, это у нас большая палка. Интересно, ее можно раздербанить? Да, наверху отображается, что она ломается на две маленькие веточки. Так, что у нас теперь получается суммарно по следующему изготовлению? А, здесь, здесь требуется бревно, не палки, а именно бревна. Ну-ка, плот. А, плот, так, один большой. Дальше у нас есть плот с metal barrel, а, металлические бочки, да? Такого у нас добра нет. И еще со старыми покрышками. Угу. Тогда вопрос отпал сам по себе. Мы будем с вами идти, плыть, просто плыть. Просто плыть сами по себе. Верстак тоже, видите, требуется бревна. Ты большой? Ну, относительно, кстати, здесь его сбоку где-нибудь поставлю сейчас. Как-нибудь вот так, наверное, бачком воткнем его. На будущее. Ну и погнали изучать территорию. Серега, даже ждать видосики. Видосики, я думаю, будут уже ближе к концу этой недели, либо начале следующей, это 100%. Сейчас тут еще так потихонечку раскачаюсь. Давно уже не играл в компьютерные игры толком. О! Но список уже игр внушительный. У меня есть игродострой и выживалки, вот одна из них. А, это у нас что, варан, крокодил, ты кто? О, слушай, он походу... Брат, остановись! Зачем оно тебе? Просто такой
Вижу цель, не вижу преград, и вообще пофигу. Нет, ну я не знаю, что это за варан такой. Безумно крепкий парень, я вам скажу. Ох ты, ё-моё. Получили кожу. Ой, ну сразу как в Ринхейле, да? То есть можно будет из кожи сделать себе броню. Но, черт подери, нам нужен верстак. Мы же не умеем с вами объединять вещи, как в том же самом The Forest, на... Там, на какой-то скатерти это было, да? Серега, как и обещал, 8 числа. Ну, Серега сказал, Серега держит слово. Дрожит, как холодец. Ну, слушай, сэр Вильям, в тебя-то копьем потыркаешь. Я посмотрю, как ты будешь дергаться. Такой главное ты. Это жестко, это очень жестко. Так, наверное, нам, во-первых, надо съесть. Это раз. Во-вторых, надо попить. Это два. Но мозг у нас потихонечку падает. Прям совсем потихонечку. Спать мы с вами... Ну, энергии у нас еще много, поэтому пока пропустим. Алексей Пронин, привет. Поэтому да, пока пропустим, прогуляемся. Серег, сделай топор. Саш, я не могу. О, птица. Блин. Я не могу сделать топор, смотри. Здесь у нас требуется для топора, видишь, веревка, роуп. Веревочка требуется. Камни и палки не проблема. Веревку мы сделать пока не можем. Нам надо что-то. Слушай, интересно. Ну, теоретически, веревку можно сделать из каких-то лиан, да, вот во многих играх. Опять же, такая механика есть, в том же Форесте, Гринхейле. Но надо искать какое-то дерево. Может, мозг — это сон, усталость? Нет, мозг — это что-то другое. Мне кажется, это как в том же самом Форесте. Восприятие всего происходящего. Всякие... Когда мы убили крабика, у него упал мозг, понимаешь? То есть у него какое-то сочувствие пошло, я не знаю. Энергия, это вот молния нарисована в самом левом нижнем углу экрана. Это вот как раз все наши активки, то есть все наше любое действие. Такое дерево в Гринхелле, на нем висел улей. Можно было мед добывать. Прямо один в один. Такое ощущение, что они... Да и деревья, кстати, очень туда похожи. Опа, ты смотри, что мы нашли. А тут бочки есть. Тут есть бочки. И тортила. О, мать! Ты не в ту сторону идешь. Родная, извини. Но ты мне нужна очень-очень, как никогда. Ну, по-братски, а? Откисай. Ну, конечно, на самом деле, бить ей в панцирь — это такое себе. Ей надо либо в хвост, либо по лапам, либо как-то в голову выцелить ее. Но это очень сложно сделать. Все, откисло, да? Мясо получаем. Кстати, мяса очень много. А, и панцирь. Панцирь нам, получается, не убрать в рюкзак. То есть нам надо именно с ним идти. Ну ладно, побежали тогда. А, мне кажется, ты веревочный куст прошел пару раз. Он похож на тот, что листья дает. Но немного другой. Ну, сейчас посмотрим. Веревочный куст. Прям на нем, Петр, веревки свисают. Так этому... В рюкзаке мало места. Нет, места там, получается, у нас три отделения. То есть первое — это внешнее и два внутренних. Но большие объекты, видишь, что они складываются. Very tired, you need sleep. То есть мы очень сильно устали, нам надо поспать. Привет, наконец-таки, Стримчатский. Андрюх, спасибо за поддержку. Наконец-таки. Вот я, он, собственно говоря, здесь. Спасибо тебе, друг. Сейчас все будет. Так, добавляем тебя вот сюда для добычи. Пока огонь горит, наверное, имеет смысл добавить там все палочки, потому что ветки мы в любом случае собираем, ну, в огромном количестве. А мы сюда закинем... А, это готовое мясо. Где оно сырое? А, вот сырое. Раз, два, три. Сейчас подождем. Так, вы говорили про какое-то маленькое веревочное дерево, веревочный куст. Вот это что ли? А, кстати, слушай, возможно. Это маленькая пальма. Нет, это юка. Мне вот что-то подсказывает, веревки можно будет делать вот здесь. Но мне нужны бревна. Слушай, знаешь, что можно попробовать сделать? Если мы откроем сейчас инвентарь, правой кнопкой мыши у нас есть что-нибудь. А, у нас здесь еще сырое мясо есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оно сгорело. То есть даже не найти на 10 секунд. Офигеть.
То есть надо сразу готовить и в карманы закидывать. Закидываем. Ну, горелое мясо мы пока сюда сбросим, наверное. Стопочкой. Подождем секунду. Орску, привет. Соскучился уже. Хорошего стрима, Карагорыш. Спасибо за поддержку. Да тоже соскучился по вам. И по тебе, по всем ребятам. И по играм прям пипец. Ты не представляешь, как. А, так, мясо мы получили. Сейчас, секунду. Он выбрасывает их, да? Ну да. Здесь нет объединений и здесь нет возможности. Кстати, смотри, написано, требуется you can't this to make rope. То есть вы можете сделать. Или рулевое колесо. Но как тебя изготавливать, пока непонятно. Нам надо что-то по-любому сюда поставить, как это будет изготавливать. Это навряд ли, это навряд ли. А где у нас он, с какой стороны? За спиной, да? Так лучше видно. Самое что интересное, здесь и веревки само по себе, видите, нет. То есть нет возможности ее провернуть страницу. Здесь требуется веревка, но как ее сделать? Добавление, добавление. То есть то, что будет... А, скиллы будут добавляться, понятно. Колесо поставить? А, как раз к приготовлению. Требуется металл. Металл у нас есть. И стики 8 штук. Хорошо. То есть здесь у нас типа пряга, да, будет такая. Все, поставлю с этой стороны. Лиз железа был. Все, привет, Сергей, безумно рада тебя видеть. Аж настроение поднялось, и кофе стал чуток вкуснее. Больше не пропадай, не могу вы обещать этого все, дорогая. Спасибо тебе за поддержку, но, увы, таков путь, такова жизнь, к сожалению. Ну, работа есть работа. Без этого, увы. Пол канала извелось, когда ты вернешься. А я писал, а я предупреждал. А я как бы всем говорил. Спасибо тебе, дорогая, за поддержку. А, значит, small stick, маленькие палочки. Маленькие палочки сейчас мы добудем. Ну и все, шикарно, у нас будет топор и самый главный инструмент. Только нам, надо пойти немножко все-таки поспать. Хотя, можно и не спать, можно и так походить еще. Только мне палочки где-то вот намутить. 8 штучек сегодня, что нам требуется, вообще ни о чем. Во, есть. И все-таки предлагаю сгонять до самолета, да? Вон, видно, хвост у него торчит, он до сих пор еще горит. Может, там есть какая-то аптечка или какие-то вещи. Хотя, скорее всего, вот эта аптечка, которая у нас находится на берегу, ее, наверное, и прибило к этому берегу от самолета. То есть, как, знаете, некая такая бонуска. Но не открыть. А вот в самолете, возможно, найдем ключ. В книге в правом верхнем углу есть стрелочка. Чё? Сейчас, подожди. В правом верхнем углу стрелочка. А, вот здесь, да, на других страницах ее нет. А здесь арбалет у нас идет. Все, пошли баиньки. Сейчас добираем ветки. То есть из оружия есть лук и арбалет. Ну... В принципе, пока для выживания нормально. Хотя я и с копьем неплохо себя чувствую, абсолютно. Так, главное, ты не помри. Вот ради бога. Вот сейчас вообще это не всем будет. Во-первых, мы попьем немножечко. Хочу попробовать, тебя можно раздолбать? Да, долбается. Нам нужны будут опять новые ветки на изготовление копья. О! А здесь веревка есть. Веревка и все, да? Ну да, и все. Ну ладно, тоже неплохо.
Так, шатание камеры. Ну, это, да, походу, немножко сейчас такое началось из-за того, что энергии мало. Поэтому требуется. Так, давай это самое. Сразу сделаем топор. Так, инструмент. Есть топорик. Ах ты, зараза, он не хочет его использовать, потому что у нас с вами один слот занят. Тебя мы выбросим. Тебя заберем. Во, все, баньки идем. Мы поели, мы попили. Единственное, что как вариант, мы можем еще дополнительно сейчас съесть какое-нибудь мясо, чтобы оно у нас не пропало, правильно? Во, и теперь баньки. Хорошо, мы с вами провели первый день. Ткань, нет, она не собралась почему-то. Так, сколько мы можем спать? Мы можем спать от часа до 8. Ну, давай поспим 4 часика, или даже... Нет, да, 4 часа поспим. Слип. И здесь отдельный сейф у нас делается. Во. А, смотри, и мозги поднимаются, и энергия поднимается. За 4 часа мы восстановили... Ну, по мозгам чуть меньше половины. По энергии примерно четверть, да? Так, здесь сейф можно подвесить. Отлично. Все, подъем. Пошли нарубим быстренько сейчас древесины. Посмотрим, что у нас дает верстак. Какие есть у нас тут возможности. Какие-нибудь вообще, в принципе, изготовления вещей на нем. И поплывем на этот остров. Хотя... Мы можем плот построить, поплыть. Но я хочу попробовать все-таки, наверное, так. Сам чисто. Без техники. Так, еще две штуки, да, надо? Два бревна. О, как усики. Ну, с освещением Индосаки я с тобой согласен, да. Тут еще над этим работать и работать. Но на то она и альфа. Хотя, сейчас такие разработчики, что и альфу... Не обламываются, выпускают. В продажу, имеется в виду. Так, верстак у нас есть. На тебя там нам ничего не хватило. Блин, а вот это проблема. Я не вижу ту цифру. Я ее не вижу от слова совсем. Пофигу. Я предлагаю попробовать разбить сейчас одно бревно, которое здесь где-то валялось. Можем ли мы с него получить ветки? Не, слушай, что-то бревно-то, походу, у нас пропало. Ладно. Варан утащил, скорее всего. Два дерева минус 25% топора. Офигеть. Слушай, ну тут не напасешься. Ну. Сейчас большие палочки будут, да? Их мы долбаем теперь на мелкие ветки. Первая есть. Нам в любом случае для костра еще потребуется. Но все, он устал. Выносливость просто уходит очень быстро. А, лишь железо я уже закинул туда. Нам туда немножечко надо еще мелочевки подзагрузить. И все. У тебя две бочки есть, не забудь. Да, Саш, я их помню. Они находятся на той части острова. Но для лодки... Во, готово. Ага, все, я понял. Мы тратим траву, и у нас изготавливается веревка. Все, проверим, она у нас где находится. Вот сюда она скидывается, да? То есть мы еще три штуки можем сделать. Давай сразу сделаем. Потому что, судя по всему, здесь веревки, наверное, такой самый будет ходовой предмет. И все, да? Отлично. Так, по верстаку. А, вот здесь на верстаке, смотрите, раз, два, три, четыре. Четыре слота у нас есть, то есть здесь мы можем объединять какие-то предметы. Например, ну, по логике вещей, самое простое, это, что приходит в голову, это веревка, наверное, камень. А, ну, копье, палка. А, даже наоборот, надо палку было, да, брать? И веревку. Не, не хочет. Нужна будет тогда просто палка, не обработанная еще. Так, пофигу. Слушай, смотрите, что произошло.
У нас с вами копье полностью восстановилось. Так, подожди, ну-ка я хочу проверить. У нас топор сейчас есть на 57%. Ну-ка. Это что, прям так и работает? То есть мы его сейчас положить. Отойти. Да, топор стал 100%. То есть можно восстанавливать так все предметы. Прикольно. Правда, не прикольно в том смысле, что мы не тратим никакие для этого ресурсы. Абсолютно никакие. Положил такой, глазки закрыл, хоба, да, было, и всплыло, и появилось. Удобно. Ладно, так, мы опять очень устали. Давайте-то, наверное, день скипнем, только сперва поспим. Нам нужны кокосы. Целых две штуки сразу, наверное, съедим. И баньки. Значит, у нас сейчас 16:27, 8 часов, слип. Заодно посмотрим, как будет быстро падать вся энергия. Ну, мозг полностью поднялся. Энергия почти что тоже. Кстати, слушайте, не такая уж и быстрая жажда. Знаете, в многих играх бывает, только проснешься, все, у тебя такое ощущение, что он просто месяц работал в нон-стопе. Нет, ну мы в ночь не пойдем. Давай еще, наверное, часов до 6 утра примерно поспим. А, он не может уже спать, потому что полностью восстановился. Угу. Так, подвесим сюда сейф дополнительный. Подъем. Но сейчас темно будет. Сейчас будет очень прямо темно. Нам надо решить вопрос с водой. А, хотя, слушай, там же, по-моему, был факел, да? Или мне показалось? Нет, не показалось, по-моему, я увидел. Да, есть факел, требуется ткань и веревка. У нас не хватает предметов. У нас не хватает веточек. Ткань у нас есть. Сейчас найдем их. Где-нибудь вот здесь. Если нет, то срубим дерево. И по старой схеме. А, ну там как раз 4 штуки требуется. То есть с одного бревна мы можем это все дело получить. Параметр мозга зачем, не могу понять. Ну, скорее всего, какая-то, не знаю, может, умственная активность, фиг его знает. Устает, перетрудился, дезморалит. Всякое может с ним происходить. Но, опять же, в том же самом Green Hell, если сравнивать, да, то есть там потеря здравомыслия вело к чему? Там появлялись глюки, и это прямо была проблема. Основная проблема, потому что там как раз именно глюки могли тебя убить быстрее, чем те же самые туземцы. Так, факел. Почему у него привычка-то все выбрасывать? А, здесь либо копье, либо факел. Так, хорошо, ладно, мы нож туда выбросим, пока выбросим, он делается элементарно, да? Во, так намного лучше. Ну и пойдем, наверное, немножко пройдемся по этому острову. На самом деле, нам бы пару часов поспать. Часа 3-4, да, как раз к рассвету. И можно было бы выдвигаться. Но мне вот очень интересно еще посмотреть по поводу живности. Инструменты, предметы, ресурсы, животные, как говорят разрабы, они уникальны каждой части острова. Но вот кого может здесь встретить, это, конечно, вопрос. Мне почему-то напоминает это сразу Винтер-симулятор, когда мы там днем вечно что-то добываем, ковыряемся около дома, как наступает ночь, мы берем факел и куда-то выдвигаемся. Хотя было время, мы там прямо в пещере сидели, никуда не выходили. Буря нас прям прижала. Так, ну-ка, что-то тут нифига не видно. Сейчас найдем что-нибудь. В плане каких-то деревьев. Ну, все то же самое, что находится около нас. Около нашего домика. Самый главный вопрос. Интересно, а если мы факел положим на верстак, когда ему будет там около там 5, ну, 10-5% плюс-минус, да? Он также восстановится? Или факел все-таки нет, он сгорает? Пойдем бочки проверим. Туземцы-стримоеды. Ну, такие тоже могут быть. Вот эти бочки. О, да брось ты. Так, хорошо. Нет, это не вариант на самом деле сюда... Точнее, их в принципе тащить к дому. Где пропадал? Командировки, работа, дела, Колян. Нифига себе, вот это мощно. Спасибо тебе, дорогой, за поддержку. Очень мощно. В принципе, предупреждал. Повторяюсь еще раз. Спасибо, Коль.
А, значит, нам требуется две, всего лишь две бочки. Тогда, наверное, здесь мы будем строить плот. Так, эта часть у нас есть, cancel. Первая бочка есть. Сколько там бревен требуется, нифига не вижу. Там требуется... Наверное, будет все-таки проще посмотреть отсюда, да? А, три бревна. Три бревна. Сейчас это деревце срубим. А, ну как раз-таки мелкое и большое, да? Два и один. Музыка игры из Founders Fortune. О, слушай, так давно в нее не играл, что я даже и не помню оттуда музыки. Но игра была крутая. Особенно в то время. Хотя, может быть, сейчас она развивается, надо будет посмотреть. Хорошо, что напомнил. Чисто ради приличия глянусь. Вот кокосы надо 100% нам собирать. Это просто 100%. Потому что, кроме как из них, мы больше пока ниоткуда воду брать не можем. А еще интересный момент. Смотрите, у нас нет никакого освещения. У нас и, в принципе, даже когда не было факела, да? Но мы в любой момент, когда подходим, все время что-то подсвечивает предмет. Какой-то волшебный невидимый фонарик. Рейн, здорово. Так, забрали последнее бревно. Добавили. Не, ну вытолкать мы его сможем. Не, нам требуется парус. Это в любом случае. А парус у нас делается из чего? А здесь требуется... А, здесь еще и мотор есть полноценный, вы посмотрите. Мотор. И всего лишь требуется два куска железа. А он сейчас встает. Да, я не знаю, видно вам или нет, но силы тут появляются. Не, ночью, конечно, это не дело здесь ходить. И не построить ничего. Нам нужна ткань. Нам надо искать ткань. Ладно, погнали к дому. Еще немножко поспим, утро настанет. Как раз таки будет максимальное количество энергии, потому что когда мы потерпели кораблекрушение, у нас с вами было примерно чуть меньше половины, да, энергии и здравомыслия. Сейчас мы выспались, мы бодры, мы полны сил. А весло есть? Нет, весла нет. Ну, только если руками гребсти. Ну, сам понимаешь, что это не вариант, там акулы плавают. Отхапают твои два весла, и все. И начнется happy friend. Это искры из глаз, когда башкой стукаешься. Не, ну мы же не стукались. Хотя мы с ним немножко стукнутые. О, кстати. Думаю, попить-то надо было бы. А то болтаем. Подсушивает малость. Сейчас заодно проверим насчет нашей теории. Ну-ка. Факел. Проверяем, будет ли у нас он ремонтироваться. Собака. Он мелькает, но... Хорошо, я могу... Нет. Слушай, с факелом так не работает, к сожалению. Увы, ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Вру, хотелось очень, причем сильно. Спим 5 часов. Отлично. Все, подъем, подъем, подъем. Не-не, стоп, какие 6 часов, подъем. Сейчас сразу попьем. Энергии у нас много. А, так, как, где у нас кокосы? Кокосы у нас были вот здесь. Кстати, у нас, по-моему, это единственный был кокос, да? А что касается еды... Еды, еды, еды... У нас вообще еда-то есть, нет? Подождите. А, еда у нас уже все пропала, да? Ладно, пока ее не будем кого выбрасывать, вдруг пригодится. Для приготовления чего-либо. Нам нужен крабик какой-нибудь. Подкрепиться и... И все... Может, на ту территорию острова сплавать, пока есть время. Но хотелось бы это сделать сытым. Вот птицу бы еще поймать, было бы здорово. А, я понял. Да, понятно, забей. Почти. А ей, кстати, было пофигу, да, на этот момент? Сейчас найдем, что пожевать.
Так, 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 так. Конечно, максимально логично было бы здесь нам это заняться рыбалкой. Какую-нибудь острогу намутить. О, сколько здесь железа. Здесь какие-то мешки. А, нет, стоп, это не мешки, это камни. Но железо пока мы брать не будем. Оу. Я понял. Где мы сможем поискать все? Дракоша, привет. А, где Сереж, пока тебя не было, смотрел всякую шнягу. Понял. Не смотри всякую шнягу. Не знаю, почитай что-нибудь. Так, смотрел игру, заинтересовала одна игра, Крафтоманию. Ой, я знаю, она достаточно старенькая, я в альфа-бету играл, но не решился ее ни записывать, ни стримить, ничего. И пока планов у нее таких нет. Где у нас крабы? Чё-то я... О! А вот и ткань. Так, здесь камни у нас есть. Ёперный бабай, да ты угораешь, серьезно? А сюда слабо? Ну я, в принципе, хотел мясо поесть, да? Ну я понимаю, сейчас через баги будем, через баги, ребята, ну сорян, ну тут по-другому никак. Жрать-то охота, сами понимаете, дело такое. Это что у тебя за башка такая, а? Все, 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 как раз в тот момент, когда у него стало здоровье меньше... Вот, все, отлично. Ну, сыромятина, сыромятина. В смысле? Только один кусочек мяса? Ну, это как-то неправильно. Это прям вообще неправильно. За такую огромную махину кусочек мяса. Только сегодня заходил и смотрел. Если новое видео, оказывается, уже скучаю по вам, Сергей. Леха. Держите себя в руках. Спасибо за поддержку. Теперь есть. Теперь есть и видос, а точнее стрим, но видосы будут в ближайшие дни. Начнем потихонечку. И стратежки подтянутся, и все остальное. Спасибо, Юль. Не, ну какой-то... Какой-то очень странный хищник. Мало в нем очень мяса. Прямо очень мало мяса. Но, с другой стороны, зато и остров этот посмотрели. Правильно? Хотели крабиков. Проблема только в том, что все мясо, которое здесь у нас есть, не та кнопка, оно выглядит одинаково. Что с краба выпало, да, просто сырое мясо. Типа очень вкусное, когда будет приготовлено. Но крабовое мясо, мясо там с ягуаров, этих леопардов, с ягуанов и прочих, прочей живности, оно просто идентичное. С черепахи туда же идет. О, черепаха, кстати. Нам мясо надо. Малая, прости. Там еще коробка была, я так полагаю, у нее, наверное, опять будет ткань, да? И панцирь было бы неплохо отнести, поставить сразу же проект второго досборника. Ты посмотри, какая разница, да? Я не понимаю, это какой-то дисбаланс по мясу. Ладно, сейчас, да, к дому идем, отнесем панцирь, отнесем, а точнее отремонтируем инструмент свой. Стрелы есть. Камни. Камни брать не будем. Камней у нас так много. А тебя мы заберем. И кости, кстати, нигде не используются. Хотя можно было бы, наверное, кости использовать для игл. Или каких-то тех же самых костяных ножей. Ну, в общем, вариантов приготовления много. Погнали к дому. Нифига она резвая. Она очень резвая. Кокосики. Ребята, а стрим не лагает? Все ровненько, надеюсь, идет. Максим, здоровки. Кстати, смотрите, та черепаха, да? До сих пор еще не пропала. Интересно, какой временный порог у всех этих предметов, которые мы не будем использовать. И, кстати, мясо до сих пор тоже не пропало. Сейчас мне надо кое-что поймать. О, наш пацан. На крабовый салат его пустим. Все, норм, понял.
Стрим идеален, я понял. Просто тут какие-то бывают такие моменты игрового затупа, что ли. То есть она подергивается. Я думаю, это сильно отражается на самом стриме или нет. Людоеды будут? Слушай, ну на самом деле мы планировали вообще посетить другие острова, и ближайший к нам он тот находится. Но мы пока что-то крутимся, вертимся все здесь. Ну, жит-быт, ты сам понимаешь, дело такое. Пока там себе вон домик сделали, пока верстак, пока научились делать веревки, пока костер. Кстати, очень много у нас гнилого мяса. Прямо очень много. Надо куда-то его, значит, перерабатывать. Так, где-то штука у нас была. Вот она у нас, да? Поставим сейчас еще один вот здесь рядышком. Офига мне его колбасит. Это что, из-за того, что он голодный? Так, добавляем палочки. Пятница где-то бегает, и я буду ему очень рад. 1600 человек на стриме, нихера себе, сказал себе. Ребята, кто подходит, огромный вам привет. Так, все это мы сделали. Нам надо мясо. Раз, два, три. Интересно, на соседи можно положить? Нет, ну там кружков нет, да, активка пропадает. Оу, извиняюсь. Пока готовится, тебя пока сюда закинем. Первое, второе, третье. Сразу закидываем еще один кусочек сырого мяса. А то все свежее. Начинаем с вами быстренько кушать. Даже стоп, это тоже сырое мясо. Вот сюда, а это съесть. Запьем кокосом. Еще кусок мяса. Сейчас посмотрим. Да, кстати, у нас муть потихонечку пропадает справа-слева. По углам экрана. Это чисто от его голода все зависит, видите? Ну да. Мы максимально фуловые. Здравомыслие на максимум. А, мясо горит, мясо горит. Мясо сгорело. Ну ладно. Пускай будет так. Значит, на что нам требуются с вами еще ресурсы? Верстак мы сами сделали. Это у нас отсутствует. Нам, значит, требуется 3 ткани. А у нас сколько с вами их? Стоять. А у нас их с вами... одна. Я на всякий случай перепроверю эту самую лодку. То, что мы там убрали. Не, видишь, пропали. Это действительно были просто обломки бочки. Ну и поплыли, наверное, тогда на ту сторону. Сейчас только копье сделаем заново. Так, ты есть... Да, все по 100%. И еще кое-что посмотреть. Значит, для лука требуется веревка и маленькие... А. Слушайте, смотри, а стрелы одинаковые, да? То есть, что для лука, что болты для арбалета, они просто идентичные. Может, сразу это арбалет сделать? Нам хватит сейчас на веревку. Так, хватило. И какие там стики у нас еще раз идут? Это у нас идут small stick, 5 штук. Ну, либо, кстати, на той стороне острова может быть собрать новые, да, палочки. Погнали туда. Плавники есть? Кто-то видит? Вроде акулы нет. Акула была у нас прямо около самолета. То есть... в ту сторону держаться пока сами не будем, таким образом. Молоко убежало. Контролирую его. Там тунец плавает какой-то. Ну то, что он плывет с копьем впереди, это так тупо на самом деле. Не, пока чисто все. Китайщий, да ты... кита найдем, и каркас его из... О, боже ты мой, а вот и она. А вот и она, я думаю, что косяк рыб начал расплываться весь. Сваливает. Интересно, она меня учуяла? Ну так увидишь акулу учующую. Она тебя учует 100%, да.
Я предлагаю как можно быстрее просто туда сигануть вперед. Вон она плавает. Я точка-точка-точка. Я точка-точка-точка. Я читерю. Читерю как могу. Вон, первая, вторая. Она прямо около нас была, ты посмотри. Слушай, интересно, а мы можем как бы проверить ту же самую теорию, как только что с леопардом? Ох, нихера она большая, ты посмотри. Конец хвоста, и вон морда начинается вот здесь. Ой, да она забагованная, да и шикарно. Сейчас опять сек, у меня что-то воздуха не хватает. Акула села на миль. А, все, она умерла. Так, подожди, из нее брызнула кровь. И я так полагаю, из нее должно было вывалиться мясо, наверное, да? А, нет, она еще живая. Все, смотри, они становятся некликабельные. Странно. А, нет, кликабельная. Слушай, а если вообще ее нельзя убить? А может топором попробовать? О, топор ваншотит шикарно. Это все ради экспериментов. Я понимаю, что это все баги-шмаги, но что поделать? Чисто ради эксперимента. Сейчас воздуха наберем. Единственное, копье очень сильно просадили по урону. О, по прочности. Пробуем забрать мясо. Смотри, раз кусочек, два кусочек, три кусочек. И больше ничего, да? То есть с акулы мы в любом случае можем получить какое-то количество пищи. Сколько? Столько же, сколько с черепахи. Идентично все. А может мясо отличается? Давай посмотрим. Нет, вот сырое мясо. Где у нас солнце, с какой стороны-то? Вот оно. Такое себе. Прости, малая. О. Куриная ножка. Мясо отличается, вы посмотрите. Вот это единственное мясо, которое отличается. Бедные акулята остались без мамки. Злой пес нормально. Зато папка доволен, папка сытый будет. Изучаем остров, там была какая-то башня, надо посмотреть, что находится. Но, ой, да блин. Нихера он, нифига он цапает. 15% хп просто как сдуло. Я не хочу просто портить наше копье. Может лучше от него куда-нибудь бежать? Он, кстати, бочки еще есть. О, а здесь что? Да, он отстал. Ткань и веревка есть. А, причем ткани было целых 3 штуки. Ну, я вам скажу так, на самом деле в игре ничего сверхнового, сверхвау нет. Классическая выживалка, абсолютно классическая, со всеми знакомыми механиками. Что касается самого именно контента и сеттинга тоже, то есть ничего вау мы здесь с вами не увидим. Но, наверное, только что-то для галочки, для любителей выживалок в коллекцию, почему нет. Хотя вот из таких выживалок последнее, что мне очень понравилось, это про фонтан. Survival in your own, по-моему, так она называлась. А как-то подняться, интересно. Там, по-моему, внутри пещеры, да, не было никакого подъема. Значит, где-то здесь он должен быть. А пока не было, успел посмотреть Партизаны Пацифик. Партизаны топ. Партизаны вообще идеальная игруха. Жаль только... Снова в бой. Не зашла вам, увы. Хм. Смотри, здесь еще черепаха ползает. Но нам столько пока не требуется панцирей, да?
Да, там есть какая-то, смотрите, вышка. Может, таки внутри я что-то пропустил? Вполне вероятно. Сейчас посмотрим. Где-то должен быть какой-то подъем, в любом случае. Ну, потому что здесь нет никакого гарпуна, кошек, то есть таких вот вещей, которые мы можем как-то использовать. Либо это вообще просто муляж. Что, скорее всего, тоже имеет место быть. Интересная конструкция наверху скалы. Ну, вот только разве что визуально так вот выглядит. И смотрите. Было сказано, что все острова уникальны, они ничем не отличаются, точнее, они всем отличаются, нет похожих ресурсов. Но в плане ресурсов и деревьев могу поспорить, по-моему, все то же самое, ничего нового мы здесь не заметили. Те же самые, это что такое у нас? А, это птица у нас. Кстати, птица. Ах ты, ладно. Такой же, такая же игуана у нас здесь ползает. Единственное, мы здесь с вами нашли бочки с, господи, с тканью. И усё. А где другие-то острова? Единственное, я не посмотрел за этим мостом с той стороны. Там было что-то или нет? В горизонте. Надо глянуть. Mm-mm. То есть, получается, сейчас доступно только два острова. Ну да. Поплавали, называется. А наконец-то стрим с наступающим дыры. Обнял, поднял. Кто пошел дотки без Сережи, тот... Я понял. Не уходи. После стрима, Серый, перед сном надо обязательно будет покатать. Спасибо, родные, за поддержку. Обязательно надо будет покатать. Так, погнали проверим так корабль. Акулы здесь, походу, у нас с вами нет. Она застряла. И надо проверить, туда самолет будет. Что за листина? А, это обычное железо. У нас точно такое же на нашей части острова есть. Но пока не буду брать, потому что оно в рюкзак не складывается. Твою дивизию, я думал, это у меня на мониторе точка с грязью, а это прицел в игре. Ну да. Когда этого прицела нет, многие фломастером его все рисуют. Ленинчик, привет. Ну и... Так, что у нас? Давайте это на верхнюю палубу проверим. А, тут ящики. А у нас 9%. Ну ладно, надеюсь, топором можно будет долбать. Можно. Получили пачку ткани. Вот одного не могу понять. А как все-таки определить, сколько у меня вещей в инвентаре? А, все, я понял. Тогда была единица, а сейчас они начали стакаться. Вопроса больше не имею. Хотя вопрос, знаете, какой у меня? А копье... А, копье у нас полностью сломалось и пропало. Угу. Здесь у нас отдельно, видите, отсек под стрелы. Арбалет сейчас сделаем, проверим его. Ха-ха. Блин, у нас инвентарь фуловый. Не могу забрать пока. Здесь все по крышке у нас есть. Ладно, погнали, надо разгрузиться. Только, знаете что? Я обратил внимание, что в книге рецептов у нас нет никакого сундука, нет никакой бочки. То есть у нас нет ни одного предмета, где мы можем хранить какие-то там свои ресурсы. Ни сундука, то есть ни бочечки, абсолютно нет ничего. Просто на землю складывать, ну тоже не вариант. Недели видео не было? Нет, видео не было месяц. А стримов не было 2 или 3 недели. А, где Сережа про смут услышал игрушку? Да, конечно, слышал, видел, но я в такие игры не играю. Я, в принципе, давно от таких игрушек отошел. Для меня вот важно это выживалочки, градострой, все остальное. Так, меня ненадолго хватает. На 10 минут зашел и ушел. Вот. Лава, привет. Сейчас надо разгрузиться. Ну, с островами реально беда какая-то, да? Чисто два острова. Причем тут совсем маленькие.
с какой-то большой постройкой наверху, до которой мы даже добраться не можем. Нам надо попить. Так. А попить-то нам нечего. Ну тогда я съем мясо, чтобы оно не испортилось. И, кстати, нет времени на то, сколько у нас осталось до момента того, как испортится продукт. А у нас же был кокос. А, у нас был один кокос. Так, надо научиться добывать кокосы. Что у нас там идет по... А, подожди, стоп. Мы же хотели... Секунду. Палочки. Сейчас сделаем. Мы не смогли набрать такое количество палок, поэтому сейчас сделаем их. Как в фонтане было. Ну, фонтан, когда он вышел, там, насколько я помню, первая глава была достаточно большая. Там был большой кусок сюжетки, несколько островов, разные биомы. И это все в альфе. Хотя, если не ошибаюсь, там, по-моему, обновление вышло и добавили новую главу. Или, может, даже финал, не помню, надо посмотреть будет. Давай. Мы отдохнули, вперед. Во. Ладно, давай подождем. Выше прочти. Прочел. А, можно полотен на другие острова искать. Возможно. Поэтому попробуем его построить. Но сперва арбалет, сперва нам нужно сделать оружие. Топор, конечно, наше все. Но с арбалетом я буду себя чувствовать намного комфортнее. Так, камень нам пока не нужен. Стоим бы. Арбалет у нас есть. Ага. А, он хорош. И 4% сразу... О, боже, он быстро портится. Он очень быстро портится. Но, с другой стороны, теперь нам действительно будет комфортнее, да? Мясо надо пожарить и заберем его с собой. Хана чайка мне. Кстати, хорошая идея, но нет, пока не буду их трогать. Пока на крабиках отъедем. Вот, блин, игра. Срубил пальму, получил бревно лиственного дерева. Разрубил на... Разрубил на круглые веточки. Но мне потому что веточки нужны, а веток вообще здесь нет. Кстати, а здесь требуются у нас какие? Не такие. Хотя, слушай, они очень похожи. Тут где-то было банановое дерево, да? Вот это. Давай проверим его. Да, чтоб тебя! Вот стрела была. Потому что по картинке отличается лист, но вдруг это он. Хотя здесь визуалка чисто его. Да, это он. Это чисто он. А, так, ларч, это большие нам требуются, да? Нужна еще одна пальма. Только в момент добычи воды. Будут ли здесь дожди? Как он будет воду собирать? Поутру росу. Где повар? А, к сожалению, здесь нет кооператива. О, бананы есть, смотрите. Это хорошо. Продуктов больше. Но нам надо с вами выходить именно в воду. С едой проблем точно нет. Птицы, акулы, рыбы, ягуаны, ягуары, леопарды. Кого? Вот сюда. Сколько угодно их. А сколько палочек? Я нихера не вижу вообще. Сейчас, подожди секундочку. Сколько мне деревьев-то в итоге надо вырубить? Мне надо вырубить их. Это 8? Ну, скорее всего, 8, да. Расширяешь рацион. Да, чуть попозже. Я думаю, когда хотя бы до половины у нас голод появится, можно будет проверить, сколько банан у нас восстанавливает. Мне кажется, там процентов может быть 15. Так, это мы взяли. Да, еще одно бревно надо распилить. Вот это. Сосновой поляне, привет. Ну,
А это что, палочка? О, это маленькая палочка, забираем ее. Так, инвентарь у нас забит уже, я понял. Нам надо от чего-то избавиться. Так, о чем мы можем избавиться? Давай, наверное, выбросим вас пока что. Здесь у нас еще есть мясо. Оно начало уже гнить. Так, а что не выбрасываешься? Странно, все выбрасывается, это не выбрасывается. Будем тогда... Ну, предлагаю, как во многих играх про выживание, делать на песке квадратики чертить и туда, соответственно, в эти секции раскладывать все предметы. Ну-ка, здесь тоже не сбрасывается. А, здесь бросилось. У нас очень много ткани. Ткань мы, наверное, отдельно будем где-то здесь сейчас стопкой закидывать сразу же. И, наверное, эту пачку тоже сюда сейчас разгрузим. Тебя я сразу на веревке переделаю. Так, надо попить. Там был у нас где-то кокос. Подожди, стоп. Или мне показалось? Ладно, там банан съедим. Банан энергию восстанавливает. Я вон как. Угу. Лайк занес, спасибо. Не, если игра нравится, поддержите лайкосом. Хотя я думаю, здесь на второй стрим особо пока контента и нет, но, тем не менее, чисто для знакомления уже достаточно. Так, пошли рубить палки, точнее, забирать палки. А, это тот самый кокос и был. Боже, я был уверен, что у нас где-то еще есть один. Там мусор пока что убираем. Однако, что-то такое более существенное по воде. Ладно. Оу. А это мой косяк. Это мой прям откровенный косяк. Я не посмотрел на прочность его. Ладно. Сделаем новый. Это маленькая веточка. Вон еще один кокос есть. Че мы рубили? Это, по-моему, дерево. А сюжет есть? Пока нет. Это пока альфа. Мы типа летели. Или плыли. Ну да, мы сами летели, потому что там самолет горит у нас, да? Не долетели. Выживаем как можем. Но тут видишь, два режима есть. Survival и Challenge. То есть Challenge, скорее всего, там может какие-то дополнительные испытания. Надо посмотреть его. Чуть попозже. О, так, первая часть готова. А вот по поводу тебя, я хотел бы проверить вот что. Смотри, у нас он сразу... У нас он не сразу. Было написано, что был добавлен материал для крафта. То есть, он его снизу закидывает, да? Ну да. То есть можно будет хранить их дополнительно. Но почему и нет? Только обратно сделать надо копье. Хотя, стоп, подожди, а у нас сколько сейчас их? У нас ноль осталось. Хотел попробовать сделать каменное копье. Объединить предметы. Нам нужна веревка. Пойдем попробуем найти еще одно тогда дерево. Где-то вот здесь у нас оно одно маленькое было, срубили. Второе, по-моему, тоже видел. Но где? А, вот оно. Я надеюсь, такое объединение не будет работать. В принципе, это более чем логично было бы здесь. Энергии, да, я вижу, мало, но сейчас мы поспим. Просто не хочется, мы опять начнем ложиться в баньки и опять проснемся ночью. Чертовски неудобно. Хм.
Либо... А так? Он не дает это бревно оттуда зацепить. Он его просто тупо не дает оттуда взять. Вот оно снизу лежит. Оно не засчитывается, видите? Ну, никак. Так не работает здесь. Ну, во всяком случае, с этим бревном точно. Ладно, убираем тебя. Нам нужно обычное сделать бревно. Ой, копье. А вместо чего? Вместо... А, подожди, стоп. Пипец. Полный инвентарь. То есть, либо топор, либо арбалет. Ну, это же тупо. То есть, скорее всего, сюда можно сами использовать ножик. У нас нож был здесь, валялся. Томми, привет. С наступающим тебя пассивки. Так, вот здесь у нас был кинжал наш. И он его не берет. Не, я думаю, наверное, все-таки арбалет мы пока уберем, точнее, тут без вариантов. Топор важнее и ресурсы добывать, и рубить. Правильно? Туда можно будет ножик закинуть. Энергии нет, сейчас все будет. Мы поставим парус и попробуем куда-нибудь отплыть. Я надеюсь. А, и он кинжал тоже не дает его взять. Тогда вопрос, а для чего нам третий слот вот здесь? Вот цифра 3 горит. Интересно, девки пляшут. Либо для какого-то предмета, который прямо целенаправленно будет находиться в этом слоте. Все, спим. Не люблю сильно ограниченный инвентарь. Слушай, ну... Ты же в реальной жизни тоже не можешь дофига переносить. Или ты Death Stranding пересмотрел? Там, да. Там ограничений нет. 15-19, давайте-ка не будем... Спать, половину энергии пока оставим. Успеем сделать парус. Там третий для факела. А, чисто факел ставить, я уже про него и забыл. Хотя, да, скорее всего. Попить. Не, тут, конечно, нет такой, знаете, безумной гонки по всем нашим вот этим параметрам, но здесь, конечно, вода что-то прямо очень быстро уходит. Прямо очень быстро. Пробуем поставить маленький... Нам нужны... Вот. Одно бревно. Заготовочка заранее была сделана уже, смотрите. Раз, два и три. Ну и ладно, не той стороной повернем его. Дальше. Так, крафтруф, это для защиты у нас и управление. Ткань и стики нужны. Сколько? Large... А, 37. Сейчас нарубим еще парочку. Факел уберем. У меня факела вообще нет с собой. А нельзя... Слушай, в плане настроек здесь их очень мало. То есть, как бы, все твои визуалки, ну ты понял. Нет, нельзя. Готово.
Проблема в том, как мы будем плыть. У нас нет ни карты, нет уголька и ничего такого. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки-ё-ё, стоять. Во, все, я внутри. Теперь поднимаем. И управляем. Ёперный бабай. Три положения. Здесь даже нельзя. Нельзя никак вручную это контролировать. А, здесь только сложить, а повернуть. Повернуть функции нет, да? Ну, поплыли, чё? У нас вариантов немного, посмотрим. Как раз-таки в закат мы с вами уплываем. О, слушай, у меня, знаешь, какая идея есть. А если мы немножко развернемся, токийский дрифт сейчас сделаем. И прямо нам, вот так. Мы можем попробовать сейчас до самолета доплыть. Это самое плохое управление, которое я видел. На мель сели, малость. Вот сюда. Сейчас чуть подальше отплывем. Здесь налево нам. Во. Почти. Почти получилось. Просто прикол в том, что здесь, видите, надо перебирать каждое направление. То есть нельзя выбрать какое-то конкретное. Это очень странно выглядит. Это очень странно выглядит. Мне почему-то вспоминается Йоленс. Там поначалу тоже так, в самой-самой ранней альфе была такая петруха. Привет, Серега, хорошего стрима. Прямо стандарт дип на максималках. Я бы сказал, пока, наверное, на минималках. Но идейно очень схоже. Самолеты, острова, путешествия, акулы. А, при этом на видосе про заправку вспоминал, что хотел бы, может, поиграть в рыбалку на Баренцевом море или на норвежскую. Так вот, эти компании уже выпускают скоро новую игру по теме. Биглим, спасибо, надо будет глянуть. Мне почему-то вспомнилась крабовая рыбалка. Крабалка. И хотел бы ее посмотреть, как там они ее уже зарелизили. Вот сюда нам надо немножко подвернуть. Уплывем. Когда гастейшн? Ну, завтра точно стримов не будет, потому что завтра ДРЭ, а я на ДРЭ не стримлю, поэтому, скорее всего, попробуем тогда в среду это сделать. Что-то у нас ветром фигня какая-то, вам не кажется? А парус-то никак не подвинуть. Только либо включить, либо выключить его можно. Настен, привет. Ну-ка, мы можем сквозь нее пройти? Не, нифига. Не видно, куда мы плывем. Но плюс-минус понятно по направлению. Тот самый момент, когда пешком быстрее. Интересно, акула как в рафте плывет? Не знаю. О, точнее, грызет. Слушай, у нас есть... Было три акулы. Одна была около нашего острова, где-то вот здесь, около камней. И две забагованные около того острова. Так, надо что-то попить. Да прикольно. А что могу попить? Слюни только похлебать, разве что. Так что вот. Ну. Да, самолет рядом. Вон он уже, прямо перед нами. Так, а что у нас еще по крафту есть? По крафту костры. Звук багуется, как открываешь книгу. Типа синхронизация с инвентарем идет. Видишь, пытается ее сразу поставить. Но мы рядом. Давайте с чатом подумаем в парус. Да, если бы это было бы так возможно, поверь, я бы тут сам бы сейчас сидел, дул бы в микрофон. Но, увы. Но, слушай, мы так достаточно далеко уже уплыли. Сейчас посмотрим, что внутри. Да, по крафту, к сожалению, ну тут больше ничего нет. Мы сами прокрафтили все, что можно. Так, тормози.
А. Ну, я думаю, вопроса по тому, можем мы что-то тут залутать или нет, ни у кого больше нет. Короче, ребят, я думаю, на этом на самом деле усё, потому что ловить здесь больше, ну, нечего. Да, переходов здесь явно никаких у нас на другие локации нет. На ДР, без денег, спасибо тебе большое за поддержку. Очень приятно, спасибо. Вот, думаю, что да, переходов здесь на другие локации никаких нет. Островов, как мы с вами видим, других тоже. По животным... Раз-два я общался, по деревьям, но деревьев много, да, хоть они и однотипные. Я думаю, кто любит выживалочки, добавьте ее в список желаемых, если она, в принципе, вам понравилась, и следите за обновлениями. Я, наверное, это тоже буду делать. Если что-то интересное такое здесь еще появится, можно будет ворваться. А пока очень мало крафта, но идейно ничем не выделяется из всех тех бесконечных выживалок, которые мы с вами проходили, видели. Так, значит, завтра до стрима точно не будет, а уже в среду, ну, скорее всего, будет новый городострой на стриме. Ну, а потом уже ближе к концу недели пойдут видосики. Такие вот дела. Все, в общем, сейчас стрим закончится. Напишите в комментарии, как вам игра. Понятно, что она офигенная сыромятина, но, тем не менее, все-таки это игра. Всех обнял, поднял и до новых встреч. Всем пока.